Ну вот наша дачка. Это в той части, где у нас располагается такой веселый домик. Значит, здесь у меня уже астрочки подросли. Вишенки вот. Раз, два. Войлочная вишенка. Я уже посадила эти жарочки. Вот здесь один. И вот второй. Так, идем дальше. Тут гортензия, вот наконец-то, которая зимовала, уже прирастает. Тут петуньки маленькие. Будлея начала набирать цвет. Вот здесь такие роскошные будут кустики. Не знаю, может, они густовато. Тут я их посадила. В общем, сегодня немножко с тлей поборолась. Вот эти вот колокольцы очень любят тля. Татарское мыло тут у нас уже распускается. Папа наконец-то дорожку собрал. Вот такая вот она. Ну вот, а здесь я сегодня пересадила ирисы. Посадила здесь два кустика красной смородины. Калину пересадила, булданеш. И вот сейчас еще тут закопаю ирисы тоже. Ну, освободила там под кабачки и патиссоны. Папуся шлет привет. Детям помаши. Ага, папа пошел мусор выносить.